Привет, Саша. Вот какой эспандер Вадим Иванович хочет тебе отослать. Это у нас атом 6. Полированный 6 бендов. Поверь мне, что полированный это гораздо тяжелее, чем с накаткой. Вот, я уже их перепробовал здесь кучу. Вот. На большие стержни как бы особо пока подожди. Ты лучше ломай то, что ломаешь, но уменьшай длину, чтобы нагрузка также постепенно у тебя возрастала. Потому что я смотрю по видео, ты там на золотой рвешься. Поверь мне, это не сейчас. Вот. Если как бы этот не закроешь с первого раза там, или со второго, ничего страшного. Вот. Но зато, поверь мне, будет стремление. Сейчас я попробую для тебя его немножко закрыть. Саша любит смотреть в зеркало на себя, как и ты, в принципе, и как и все нормальные люди, занимающиеся, чтобы видеть то, что делаешь. Соединяется? Да? Да. Еще разочек, давай третий. Вот ты видел, два раза он закрыл, и вот он закрыл еще разочек. Ну, тяжелый. Тяжелый, поверь мне, что это как бы... Но зато, если стержни будут на 300 килограмм, там и дожимы нужны такие же. Ну давай, все, давай, удачи, здоровья, пока.